Современные школьники и дошколята не могут похвастаться богатырским здоровьем. Почти четверть имеют заболевания опорно-двигательной системы, у каждого пятого гастрит и другие недуги желудочно-кишечного тракта. Причем уже в начальной школе. Об одной из причин такого положения вещей, качестве воды и пищи, сегодня говорили на заседании постоянных комиссий городской думы. У нас вода по сравнению с другими территориями значительно лучше. Вместе с тем, конечно, отмечаются и неудовлетворительные пробы. В большей степени 45% это превышение по железу, 22% по окисляемости. Пробы воды в садиках и школах берут регулярно. К счастью, вирусов и бактерий в них уже года три не находили. А вот по составу микроэлементов наша вода попросту вредная. Со временем провоцируют разные болезни. Любой иностранец из Европы или Америки череповецкой водой даже умываться брезгует. Что уж говорить о детском питании. В 2009 году улучшилось качество приготовления пищи. Но при этом почему-то количество неудовлетворительных проб пищи в 2008 году было 4%, а в 2009 – 12%. По мнению депутатов, специалисты Роспотребнадзора должны не только брать пробы и подсчитывать число заболевших, но и заниматься профилактикой. Что касается улучшения качества воды в детских учреждениях, то санитарные требования к ней ужесточили. Школьники должны пить воду, очищенную из фонтанчиков или бутылированную. Разработали конкретно по 2010-2011 году программу реального внедрения в питьевой так называемый рацион, режим школьного, да, питьевого рациона, именно бутылированную воду. С добавками селена, с добавками фтора, вот, и в том числе с добавками йода. Малышам в садиках минералка с селеном и йодом не подходит, но варить супы и компоты нужно как минимум на воде отфильтрованной. В планах городских властей до 2013 года снабдить все череповецкие сады абсорбирующими фильтрами. Проводили в 2009 году, в 2010 году мы продолжим работы по надбору проб воды в дошкольных учреждениях. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы нам определиться, какие типы фильтров устанавливать в этих учреждениях. Правда, кто будет платить за чистую воду для наших детей, пока вопрос до конца не решен. В бюджетах 2011-2013 года эти статьи расходов должны предусмотреть. Но пока суд до дела, в некоторых садиках деньги на фильтры уже собрали с родителей.